Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами я, Гремлин Серж, и мы продолжаем «Принц Персии. Пески времени». Игру, получается, я уже практически прошел, и могу сказать, что я получил от нее неимоверное удовольствие. Пора подводить итоги, и... Я понимаю, что игра невероятно крутая. И в то же самое время я понимаю, почему многие ее любят и хейтят вторую и третью часть. И если вторую часть, ну, так себе хейтят, потому что там у нее совсем другие вещи получились и хороша она по-своему. Ай, как бы я ни ныл, как бы я ни плакал насчет тяжких боев, насчет того, что каждого врага нужно добивать и все тому подобное, я понимаю, какой драйв это все дает. Я сам не замечаю, как я хочу драться дальше, дальше и дальше и делать все красивше, интереснее, эффективней. И все это вместе вот так вот накладывается, и ты получаешь неимоверную дозу адреналина и удовольствия после завершения каждой части. И это неимоверно классно, когда ты, во-первых, каждую стычку, ну кроме жуков, боишься. И... Не получилось по красоте сделать все. Ах ты ж мразь. Камера Блэк. Я первый раз видел подобное устройство так близко. Так близко, что мог потрогать. Где те люди, чьей работой было задавать вопросы, добывать ответы, которые были нужны его крови? Где они теперь? В конце концов, они встретили ту же судьбу, что и их жертвы. Все равны перед песком времени. И надо, да, наверное, продолжать. Да не по той стенке бежи. Окей. А туда ли я залез? Хотя, в принципе, все равно, если что, по стенке пробежимся. Ой, как ярко. Вот. И тебе все равно, что это игра линейная. Тебе все равно, что платформинг, если не брать парочку моментов, обычный. Так, меч я убрал. И все тому подобное. Это просто классная игра, которую ты бы... хотел играть и играть. И поэтому, когда они решили казуалить игру и сделали бои проще, весь этот вкус преодоления сложностей исчез. И поэтому игра стала просто обычным приключением
в знакомом антураже. Ох, какие вы тут мне крендельки выписывать собрались. Но я, кстати, песок потратил, ну, после так. Но все равно в большинстве своем это больше забавно, чем сложно. Если ты неплохо освоил механики игры. Так. Только я могу ворваться в битву, чтобы отхватить. Не слишком ли вас много? Вернись, пожалуйста. Ну хорош так делать. А, ну и песок, конечно же, тоже ж прохерился. Нет, нет, нет. Это тоже был потом. Да хорош прыгать на месте. Танкуй.
Пожалуйста, пис... Не успел. Помоги мне. Да хорош вам! Жопа! Могу я продолжить? Как так? Ни в того. Да чё ты, блядь, творишь, сука? Чё ты мне показываешь, господи? Чё здесь происходит? Зачем я слоумо включил?
Я начал паниковать, понимаете, пацаны? Началось мракобесие. Чё я творю, чё я... И просто одна мразь со спины такая, бам, с тебя. Прыгай отсюда. Здесь есть где-нибудь вода? Просто немного воды. 17-й год. Фара, танкуй. Фара, просто танкуй как можешь. Как боженька просто танкуй. Фонтанчик есть. Помоги мне. Смысл от этого фонтанчика? Да прыгай ты через забор, блядь! Быстро к фаре. И я попадаю в колхозную мясорубку. Знаете, когда вот какой-нибудь бухой друг твой вырывает дробыну из забора и такой начинает, в общем... как комбайн ей махать против толпы. Такой типа, я боец. Я танк. Если бы я бы не захотел начать искать воду, я бы знатно всосал. И вместо 20 минут от начала серии я бы просидел бы здесь, наверное, полчаса, если бы пытался бы все за одну полоски жизни тащить.
О, что-то новенькое там нам показывают. Готово. И я начну свою историю отсюда в следующий раз. Все хорошо. Это я. Это я. Ты сутулая. Смотри, наконец-то мы здесь. Это башня рассвета. Я сохранялся немного в другом месте. Я активировал кнопку. Прикиньте, не достаю. Я еще немного не понимаю с расцветкой кнопок. Они вроде бы меня всю игру не напрямую, но учили, что желтые отжимаются, серые на постоянной основе. Но в итоге все в полный хлам. Вот где оно отжилось? Вон оно отжилось. Для чего оно там отжилось? Что мне это дает? Ничего это мне не дает. Что ты творишь, принц? И все это телодвижение мы делали ради того, чтобы нажать на кнопку. Мне просто стало интересно, что за статуя. А то выглядят они как наши враги песочные. Но зачем статуи наших врагов в нашем замке? Может, ты начнешь стрелять, Фара? Я не поленюсь и сбегаю до того фонтана, потому что я не знаю, что меня ждет дальше. К
Какие приключения нас ждут дальше? Я начну свою историю отсюда в следующий раз. Ну и теперь поехали себе спокойно. Финишная прямая. Я об этом пророчу уже 5 серий подряд. Я знаю, я зануда. Но, по факту, да, вот уже последняя башня остается. Я не в курсе, собрал ли я все увеличения здоровья. Я не в курсе, собрал ли я все пески времени. Пойдем со мной, пожалуйста. Не идет. Кто знает, может быть, на самом деле нас здесь ждет, точнее, заготовлено, чтобы жизнь была прям до самого вон пупа крайнего. Фара, как долго меня нет? Идешь? О чем ты говоришь? Ничего. Будь осторожна. Чего? Ты же знаешь, не все является ловушкой. Вода здесь была. Арена закрытая, круглая, без ничего. Ой, чё-то я чувствую запах палёной жопы на самом деле. Ой, как чувствую я запах палёной жопы, пацаны. Ты знаешь, не входит. Конечно, мне уже напихали. Что вы тут столпились? Это вот напоминает мне какую-то групповуху и вправду. Копейщики пошли, пацаны, копейщики пошли. Что может быть лучше? И, конечно же, ты прыгаешь в самый эпицентр. Ты можешь бить того, кто бьет тебя?
не успели. Хорош тупить, дурак! Ой, какой ты дурак! Ой, какой ты дурак! Господи! Почему он так отвратительно начал фокусироваться на цели? Почему? Почему ты нажимаешь бить кинжалом? И мне каждый раз еще на этом гребаном лифте подниматься. Ну га! Это было просто. Че у нас со штанами? И мразь прилетела, блядь, сука! Знаете, как сложно перенастроиться, когда ты сражался несколько боев подряд с врагами, которые созданы на то, чтобы через них перепрыгивали, блядь! Она меня... Да идите вы нахер!
Просто нахер, блядь, нахер! Нахер это туда! Будь осторожна! Чего? Ты же знаешь, не все является ловушкой. Это было просто. Слишком просто. Успокойся, блядь! Сейчас игра зависала. Помоги. Фара. Последнее, что я хочу делать сейчас, это вот отвлекаться на тебя и твое здоровье. Откуда ты, блядь, взялся? Понимаете, ты тут наносишь удар, и он просто телепортируется, понимаете? Просто, блядь, телепортируется, блокирует удар и наносит по тебе. Чем мы здесь занимаемся? Все случилось не так. Будь осторожна. Чего? Ты же знаешь, не все является ловушкой. Это было просто. Слишком просто. Ты знаешь, не появляется Понимаете, если бы они бы хотя бы не дали этим врагам такое свойство, как телепортация, все было бы куда проще, а то они телепортируются куда хотят. Thank you.
Отойди от нее, здоровая херня. Помоги. И чё вы тут все собрались? Они реально, да, прикалываются, блядь. Прошу прощения, но это неправильно. Моя история заканчивается не так. Будь осторожна! Конечно, ты уперся в этого ублюдка! Конечно же ты... Конечно... Конечно, ты прыгнул на этого. Помоги. А, у меня песок закончился.
Не получилось схитрить. Да перепрыгни ты его! Приехали. Он остановился. Попробуй этот рычаг. Какой? Где? Где ты рычаг видишь? Песочные часы где-то неподалеку. Я чувствую это. Чувствуют как? Я не могу объяснить это. Процента. И что-то мне говорит о том, что я закончу здесь. Эта битва, эти две битвы, это просто что-то прекрасное. Я только вначале вам порассказывал прекрасных историй про то, какие здесь битвы запоминающиеся и какое удовольствие ты от них получаешь. Да, но во время битв ты горишь просто как красный октябрь на зорьке в 1948 году. Ужас! Пока-пока!